Всем привет! Вы смотрите программу «Юлаевский стиль». Смотрите в этом выпуске. Салават Юлаев завершает регулярку шестым на Востоке и сыграет в первой стадии плей-офф с магнитогорским «Металлургом». Каковы шансы против «Магнитки», рассуждает наш эксперт Вадим Шерифьянов. Молодой да ранний Антон Слепжев выходит на новый уровень, рассказывает о своих мечтах и утверждает, что его сердце свободно. Он открыл имена, ставшие иконами уфимского хоккея. Владимир Воробьев, герой рубрики «Жизнь после славы». Вадим, ну, получилось так, что Салават Юлаев в итоге вышел на магнитку, да, вот на ваш взгляд, каковы шансы нашей команды в противостоянии с этой командой, да, и вот несколько слов об этом, как вы оцените магнитку как соперник и все-таки каковы шансы? Что касается шансов, то они 50 на 50, счет серии 0-0, и как бы каждая команда может победить, это плей-офф, здесь непредсказуемо все. По моментам слабых и сильных сторон команд можно отметить, что если уфимцам удастся закрыть как бы лидеров «Металлурга» от Мозякина, Зарипова, Коржа, если удастся найти какое-то противоядие, то я думаю, что здесь шансы у наших ребят повысятся. Как вы думаете, кто из наших игроков в качестве лидера все-таки себя должен проявить вот в этой стадии, да, плей-офф и конкретно в игре с «Магниткой»? Ну, я думаю, те же ребята, которые играли как бы стабильно на протяжении сезона, это и Макаров, Хартиканин, Хлыстов, еще ряд ребят, которые могут себя показать с лучшей стороны в плей-оффе. И, конечно, и тренеры, и болельщики надеются на них, и на всю команду, также на всю команду. Ну, ваш прогноз на исход серии? Но все-таки желаю победы нашим ребятам и думаю, что серия будет длинной и увлекательной, интересной. Думаю, 4-3 наши победят. Как только в семье Слепышевых родился мальчик, его судьба была предрешена. Однако отец познакомил Антона с хоккеем, когда ему исполнилось 3 года. Из Америки ему посчастливилось привезти дефицитные детские коньки «Бауэр», в которых будущий игрок Салавата и сделал первые шаги в обычном сером дворике города Пензы. Меня отец обвязывал шарфом, я на него просто облокачивался вот так и вот так ногами просто шевелил. Где-то год, наверное, мы так проходили, а в 4 уже все, свободно катался, и где-то в 5 лет уже я пошел подготовленный в секцию. Главный его болельщик, конечно, папа, и он имеет исключительное право разбирать игру Антона. Ведь когда-то Слепышев-старший тоже сражался на льду и забивал голы. Он старается смотреть все игры, вообще практически не пропускает с работы, скорее бежит или на работе остается, смотрит. Идет полный разбор игры почти каждого момента где-то. Если рядом, если он здесь в Уфе приезжает, тоже разбирают. Также потом идет звонок маме тоже после игры, потому что человек уже тоже разбирается абсолютно во всем. Если он мне говорит, что ты играл плохо, то я сам уже понимаю, что это реально было так. Наверняка все болельщики заметили, как прибавил Антон Слепышев в этом сезоне. Теперь главное не поймать звезду. Наверное, это нужно спросить у моих друзей или кто находится со мной рядом, потому что они, наверное, оценят это больше. Но я считаю, что у меня такой проблемы нет. Надеюсь, что с ней не встречусь никогда. Надеемся, что коварная болезнь обойдет Антона стороной, и он продолжит хладнокровно забрасывать шайбы в ворота соперников, особенно в плей-офф. В принципе, нужно выходить в любой мощной победу, как кто бы это ни был. Там будет это Акбарс, будет это там Барыс в плей-офф Сибирь. Они сейчас, тем более, чемпионат подравнялся. Если раньше были явные лидеры, сейчас же средняя команда вполне может навязать борьбу и как бы лидеру конференции, поэтому и даже выбить из плей-офф. Поэтому об этом не думаем. Лучше думать о своей игре пока что. Что улучшить, что как бы убрать, какие-то недочеты. Большинство, меньшинство. А плей-офф, когда уже соперник определится, там уже будем думать, как они играют. Антон Слепышев понимает, забитые голы привлекают к нему интерес со стороны тренерского штаба сборной России. Недавний вызов в команду избранных на Кубок Первого канала был, по признанию парня, щедрым авансом. Что меня потрясло, что, наверное, одно из таких, там, Ковальчук, Радулов, когда мы были, скажем, не в КХЛ, детьми, смотрели на них там видео, там на них молились, а здесь ты в одном коллективе с ними, на одной лавке общаешься, вообще с ними, как, скажем, варишься везде. Не только на льду, они тебе подсказывают, наверное, это самое потрясение. Думаю, блин, вот только недавно смотрели с ними видео, там, голы их, а сейчас ты находишься на лавке. Вот это, конечно, было очень приятно.
Есть у Антона Слепышева еще одна мечта – когда-нибудь попробовать свои силы в НХЛ. Туда попробовать съездить, я считаю, когда-нибудь все равно это нужно, чтобы, наверное, потом не сидеть в 40 лет и не жалеть, что я мог уехать туда и стать там, извините, звездой или кем-то. Ну, по крайней мере, я считаю, попробовать нужно в жизни все и пожить там, и поиграть. Я считаю, что шанс еще будет. Команда, которая меня задрафтовала, ну, иногда звонят, спрашивают, как дела. Там, как бы следят, но пока таких каких-то заявлений, что меня там как-то ждут или кто-то, там, как Андрюху, если его там потом рвала на куски, только приезжай. Такого нет, поэтому об этом я, конечно, мечтаю, думаю, как бы сезон за сезоном, это как бы готов я, не готов, сам анализирую, пока ответ не буду давать, как будет дальше, но об этом как попробовать, я думаю, стоит, и я это сделаю. Владимир Воробьев сегодня трудится в футболе, но многие помнят, что самые знаменитые выпуски игроков в истории хоккейного клуба «Салават Юлаев» были у него. Легендарный 1966-й, не менее громкие на имена 1975-й. Болельщики со стажем легко назовут игроков тех наборов, которые впоследствии стали мастерами высокого уровня. Владимир Иванович говорит, по хоккею не скучает, но нам показалось, лукавит. Так нет, не скучаю, как говорится. Я свое дело сделал. Две группы довел, и оба чемпионами стали. СССР, СНГ, России. Они стали. И мне приятно, что я имел дело с такими прекрасными парнями, перечислять. И, как говорится, из этих две группы целая команда мастеров получилась. И вратарь Василевский, и Кравчуки, и Симаки, и Хайдаровы, которые играли на Кубке Канады и играли. Мне очень приятно. Сулейманов, Полозов и многие другие. Пожалуй, на талантливых мальчишек Владимиру Воробьеву повезло больше всех. Со многими, кто остался в хоккее, продолжает общаться на профессиональные темы едва ли не каждый день. Сулейманов начал когда тренировать. Он говорит, приди, пожалуйста, на тренировку. Я пришел, он, чтобы ты оценил, как я все правильно делаю. Нет, он после карьеры не в спорт ушел, а потом перестроился на хоккей. Я говорю, посмотрел, я говорю, молодец, красавец, там все, зашел в раздевалку, там еще 6 тренеров сидят. Я говорю, Руслан, ты что-то путал? Я говорю, я же не Виктор Васильевич, что я лекции должен им читать, а там ребята, чтобы послушать, понимаете? А из хоккея, конкретно из уфимского клуба, ушел из-за истории с переходом в ЦСКА Заварухина-младшего, Шерифьянова и Цулыгина. Было это в 1994-м. Тогдашнее руководство клуба обвинило Воробьева. Мол, ты заработал на этом деньги. Владимир Иванович терпеть такое не стал. Но они мне начали говорить, что ты взял деньги какие-то. Я говорю, какие деньги? А руководство Салавата. И все. Я говорю, я им заявление, я говорю, свободен. И тогда они говорят, может, ты к нам пойдешь в ЦСКА, будешь работать у нас. Потом я 4 года проработал, они говорят, давай мы тебе любой возраст дадим, оставайся, что ты там в Уфе забыл? Зачем ты хочешь от нас уйти? Я говорю, футбол. Они говорят, сейчас смешно, говорят, а что в Уфе за футбол? Говорят, тогда даже второй лиги не было. Наш герой всегда отличался природной скромностью. Воробьев всегда радуется успехам своих друзей, бывших подопечных. Таким же был и Валерий Харламов, с которым ему посчастливилось поиграть в одной команде в Чебаркуле. Шел 67-й год. Знаменитого форварда вместе с защитником Александром Гусевым сослал в местную звезду Анатолий Тарасов на перевоспитание. Харламов погрустил день-другой, и потом постались вместе с нашим Николаем Михайловичем Заварухиным, старшим. И он 3-4 в каждой игре начал забивать с такими. Ну, я во втором звене играл Старцев, Козлов, эти ребята уральские, Нижний Тагил, Серов. Потом Николай Макаров, там очень хорошая команда была. Мы заняли во второй группе, в первую вышли, нас болельщики вылетели, нас и Харламова, и всех на руках прям взяли и на руках унесли. Владимир Воробьев играл в 60-е, и те годы вспоминает с ностальгией, но предпочитает думать больше о дне завтрашнем. Как сыграет Салават Юлаев в следующем матче, какой футбол покажут его нынешние подопечные. Порадуется успехом своих родных и близких или коллег по спорту. Таков Владимир Иванович Воробьев. Заслуженный тренер, замечательный человек и профессионал. Вы смотрели программу «Юлаевский стиль». До встречи и любите хоккей!